Второго. Я не играю в танки. Ну, я сегодня, короче, началось. Я пробовал во время работы, когда я поднимался, и у меня темнело в глазах, и здесь вот такая боль в области мозга. Я попробовал во время работы выпить, ну, сначала воду выпил, ну потом купил Drive Me Energy, энергетик безалкогольный, выпил, а затем баночку, еще купил баночку Наш Лидер, самые дешевые черные оливки, которые глюконатом железа и йодированной солью добавлены. И я выпил всю водичку вместе, прямо во время работы там на улице, на лавке вот так, всю эту выпил, ну, и в итоге я не заметил такой существенной разницы. Может быть, нужно подождать, еще нужно регулярно принимать эти оливки еще неделю, там, может быть, тогда будет эффект, гемоглобин тогда повысится, может. Там, короче, началось. Вот я перешел к следующему этапу в жизни, когда начал бегать, силу искать. Я настолько бегал вчера, что у меня ужасно болела нога, болели ноги, особенно правая, в области задней части колена, что мне просто хотелось выпить обезболивающих, которых я не знаю, нету. Я просто короче, мне было очень больно. Я не мог долго уснуть, и мне мысли, болезненные воспоминания, как один там оскорбил меня, как этот еще много лет назад. И хотя я принял Терлиджен, который должен убрать это. А сегодня вот началось уже испытание. Мне еще повезло. Я подробнее расскажу потом. Сейчас я еще пойду там на работу там дополнительно. Скорее всего, у меня просто нарушено вот здесь вот между спиной и мозгом какое-то нервное взаимодействие или доступ сосудов через сосуды или через нервы каких-то необходимых веществ, потому что повредили, когда щипцами вытаскивали за голову. У меня плечи вот так дергались все. И у меня вот это, они сказали, это на всю жизнь у него аукнется. Ну, видимо, ничего не поделать. Так что, ладно, дальше поживем. Дальше живем, пока есть возможность жить.